Приветствую, друзья, на моем канале, и это видео посвящено знакомству с TypeScript. TypeScript — это язык программирования, который компилируется в JavaScript. Написан он Microsoft и поддерживается в таких продуктах, как Angular, React, и вскоре будет поддерживаться во Vue 3, как обещал Эван в своих презентациях. А вы подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Итак, для того, чтобы познакомиться с TypeScript, вам понадобится Node.js и NPM. Надеюсь, у вас это уже все есть. Если нет, то простым гуглением вы быстренько найдете, как это сделать. Для того, чтобы установить TypeScript на вашу машину, TypeScript нужно установить глобально. Для этого нам надо вызвать следующую команду, если вы пользуетесь Windows. Если вы пользуетесь Linux или macOS, вам понадобится использовать sudo. Я это сделаю через sudo, потому что у меня Linux. Буду делать примеры в WebStorm, потому что WebStorm обеспечивает хорошую подсветку, поддерживает TypeScript на очень хорошем уровне. Правда, потребляет много ресурсов и слегка платный. Так что вы свободно выбирать что-то более бесплатное. Например, Visual Studio Code — хорошее решение для изучения TypeScript. Итак, открываю терминал, пишу WebStorm, открываю его в этой папке. Так, для демонстрации установлю TypeScript, будто бы его у меня нет. sudo npm install -g, что означает глобально, TypeScript, ввожу пароль от моего компьютера, и он после этого устанавливается TypeScript версии 3.7.4. Доступно теперь на моем компьютере с помощью консольной команды tsc-v позволит увидеть версию TypeScript. TypeScript компилируется в JavaScript, то есть, соответственно, нам надо где-то открывать JavaScript. В этом примере я буду использовать браузер для этого. Для этого мне нужен index.html файл, ну, любой HTML файл. Дам заголовок TypeScript. Напишу вам приветствие. Hello, YouTube. Отлично. Для работы с JavaScript, для примера работы с DOM, сделаю сразу дивчик с ID-шником root. Подключу сюда скрипт. Правда, это будет не TypeScript. Скрипт src:index.js. Но index.js у меня еще нет. Создавать его руками я не хочу. Для этого я, собственно, и устанавливал TypeScript. Давайте поставим тут index.ts. Сделали index.ts, написали тут такой alert. Или вот тут напишу hello YouTube. Еще раз хочу вас всех поприветствовать. Subscribe. И попросить, чтобы вы подписались. Итак, index.js нет. WebStorm мне подсказывает, говорит, ну, что-то ты не то делаешь. Но я все-таки дурачок, пойду и открою браузер. Вижу Hello YouTube, думаю, что все хорошо, но почему-то нету алерта. Как мы знаем, алерт делает такую модалочку сверху. И мне говорит, что 404, файла нет, index.js пусто. Что нужно, чтобы появился index.js? У нас есть TypeScript, соответственно, tsc. И указать имя файла. index.ts. После запуска TypeScript с именем файла происходит компиляция. Как видите, все хорошо. TypeScript превратился по волшебству в JavaScript. Итак, в чем профит? Какой смысл было вот таким вот заморачиваться, если мы никакой выгоды не получаем? Во-первых, мы можем воспользоваться современным синтаксисом. TypeScript очень похож на ES6. Возможно, там 100% совместимость с ES6, однако у TypeScript куча своих примочек. Настолько много, что будет видео несколько, и будет их довольно много. Создадим message, напишем текст. Как видите, есть вариант объявить переменную через const. В
В некоторых браузерах const до сих пор не поддерживается, хотя эти браузеры до сих пор живые, такие как IE11, не знаю, поддерживаются там или нет. После запуска компиляции я увижу, что тут есть переменная var теперь. То есть, таким образом я пишу все в крутом синтаксисе, мне не нужно учить старый синтаксис, а оно превращается в такой вот древненький слегка синтаксис. Снижаются сразу проблемы, связанные с поддержкой браузера, и всем становится хорошо. Как видите, все хорошо работает, все дружелюбно. И теперь давайте решим следующую проблему. Мне для того, чтобы получать каждый раз JavaScript, мне нужно запускать TypeScript команду. Кстати, давайте я увеличу экран, чтобы вам было лучше видно. Вот так вот я сделаю немножко, потому что это было плохо с моей стороны. Итак, чтобы узнать, что умеет TypeScript, давайте просто напишем TSC и посмотрим все опции, которые тут доступны. Все опции — это слишком много, нам бы опцию Watch использовать. Как мы знаем, наверное, сталкивались, чтобы компилировался JS или CSS, SCSS в CSS, например, то используется команда watch. Ну, то есть тут не исключение, мы тоже делаем watch, index, TypeScript. Оп, и у нас теперь происходит watching. Давайте возьмем наш элемент, опять const, root, извлечем элемент из HTML дерева, получили DOM элемент и напишем root inner html равно mycat из kitty. Моя кошка, ее зовут Kitty. Вот я хочу об этом вам сообщить. То есть с помощью этого кода мы получим DOM элемент и в него определим некоторую строку. Давайте проверим, что все именно так. Вот мы видим, что внутри некоторого дива появился текст mycat из kitty. Собственно, пока ничего нового мы не придумали, кроме того, что var const, все такое, все такие дела. Давайте завернем это все в модельку, напишем класс. Объекты в TypeScript создаются с помощью классов. Класс cat. Сделаем конструктор, который принимает имя. This name будет равен name. This name нам подсветилось, то есть нам надо написать name. То есть определить property name. Теперь надо создать const kitty равно new cat. И передать сюда name. Как видите, у меня сразу была подсветка. Вот если я уберу, мне сразу подсвечивает, говорит, дружище, name нужно передать. Поэтому я сюда передаю этот, значение. Имя будет kitty. Теперь я хочу каким-то образом это все вывести. По стариночке это было бы вот так вот. И это хороший вариант. Давайте посмотрим, что из этого класса получилось в скомпилированном JavaScript. В скомпилированном JavaScript мы получаем следующий вид. В принципе, этот синтаксис поприятнее. Давайте глянем, что у нас здесь. Ничего не поменялось. Я хочу сюда вот так сделать, чтобы тут был тег b. И внутри было написано kitty. Делая так, ничего не произойдет. Чтобы вставлять JavaScript код внутрь строк, то можно воспользоваться шаблонной строкой. Доллар фигурные скобки позволяет использовать внутри них любой JavaScript, который вы знаете. Ну, разумеется, JavaScript, который вернет значение. Это значение близко к строке или к тому, что можно привести к строке. Давайте посмотрим. Как видите, Kitty теперь выделена жирным цветом. Такая себе жирная кошка. Вот. Собственно, как мы уже увидели, TypeScript позволяет делать больше, дает больше возможностей нам. Но, например, мы бы хотели воспользоваться следующей штукой. Дополнительными опциями. Как видите, их тут много. И чтобы эти опции не писать каждый раз, вы можете во многих проектах увидеть такой файл
ts.config.json. Этот файл позволяет не указывать имя файла, не указывать watch, а передавать все опции сюда. Вот я хочу, чтобы всегда происходил watch. И хочу, чтобы мой код компилировался в ES5. По умолчанию компилируется в ES3. Как видите, наш код выглядел вот таким образом. Давайте попробуем в ES2015. Он вроде бы хорошо поддерживается IE и прочими такими старыми браузерами. Модуль, который компилирует, это CommonJS. Давайте отключим strict mode, чтобы пока не пугаться. Так. Force. И запустим. Теперь нам достаточно запускать это через TSC. Как видите, он автоматически начал вотчить. В index.js мы можем увидеть, что тут уже используются классы. Есть конструктор, есть name. Как видите, все очень похоже на наши. То есть это идентичный код. То есть 2015 синтаксис совпал. Давайте вернем ES5. Так, и запустим компиляцию. И мы увидим, что этот результат скомпилированного кода вернулся в прошлое состояние. Здорово. А что еще может нам дать TypeScript? TypeScript усиливает строгость вашего кода. Он говорит вам: друг, тут опасность, тут ты можешь получить ошибку. А как нам научить TypeScript делать нам такие подсказки? Для этого нам нужно включить strict mode. Strict mode, тут есть еще множество разных дополнительных проверок, которые позволяют, можно использовать в TypeScript. И вот, включив только strict mode, мы уже видим 3 ошибки. То есть я уже допустил 3 ошибки. В случае, если вы работаете в команде, у вас много новичков, а вы такой молодец, вы сеньор, будьте добры, настройте все эти правила, и ваши коллеги смогут более безболезненно пользоваться вашими подсказками. То есть им будет компьютер подсказывать сразу. То есть что здесь, какая проблема здесь? Говорит, что name является типом any. Это плохо, потому что никто не знает, что сюда передавать. Для этого мы определяем тип данных, который придет в name. И как видим, тип данных определяется путем указания двоеточия string. Это означает, что это будет строка. Нам нужно продублировать это в свойстве. Name string переносим и сюда. Таким образом, cat теперь это однозначно строка. Вот, как вы видите, вот cat name string. И зажав Ctrl, я это вижу. Дальше мы видим, что root, возможно, null. Как это понять? Почему root null? Как бы я это мог понять, не имея TypeScript? Современный, то есть TypeScript имеет у себя документацию всего JavaScript, с которым он сейчас работает. И если вы работаете в IDE, можно нажать Ctrl. Как минимум мы сразу видим, что возвращает этот метод. Document getElementById может вернуть HTML элемент или null. Зайдя внутрь, мы можем прочитать даже документацию на него и увидеть, что нужно сюда передавать. То есть, если мы передадим сюда число, у нас будет неправильно, у нас наругается. Как видите, подсветка идет. Гуляйте по коду, ходите в код, и вы будете более детально понимать, что происходит в вашем движке, что происходит в Angular, в React, либо в Vue.js при использовании TypeScript. Это получается лаконично и дружелюбно. Зайдя сюда, мы видим только то, что нам нужно знать, не зная, как это реализовано. Итак, давайте исправим нашу ошибку. Уж больно я заболтался, уж простите меня. Для того, чтобы исправить эту ошибку, нам нужно убедиться, что здесь не null. То есть, как мы знаем в JavaScript, если у нас пришел объект, то в if объект всегда равен true, потому что он будет проверяться. Это пустое значение. Объект — это ссылка. Ссылка всегда true. Так что все хорошо. И в этом случае наше приложение не упадет. Как видите, уже TypeScript нам позволил
решить такие проблемы, как недостаточная информативность по поводу класса, зачем создавать класс, если в нем непонятно, что передать и что в нем будет. И если уж тянем что-то из HTML, будьте уверены, что оно там есть. Иначе создавайте сами, добавляйте его туда сами. Тогда это будет однозначно. То есть через JavaScript. Так что спасибо, что досмотрели урок до конца. Подписывайтесь на канал. Пока.